Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хотела бы с вами связать вот такую замечательную летнюю панамку-шляпку. Наступило жаркое лето, поэтому я предлагаю запастись неким терпением, также хлопком, и приступить к вязанию вместе со мной. Я долгое время не могла в интернете подобрать шляпку для себя. Вот как раз таки сегодня я вам покажу шляпку, которую я ношу сама. Также для того, чтобы закрепить свой результат и получить красивый в итоге, скажем так, вид, то я предлагаю вам шляпку после того, как свяжете, немножечко подкрахмалить, для того, чтобы поля, пусть даже они у меня не очень глубокие, но имели красивый такой вот аккуратный вид. Также я вам сегодня покажу, как расширить поля, сделать более глубже, так как вы видели на заставке, на картинке у девушки поля более, скажем, накладываются на лицо. Я любитель более такого спортивного стиля, поэтому я сделала не очень глубокие поля. При этом, посмотрите, они у меня хорошо держат форму, при этом берутся волнами, и выглядит это достаточно также аккуратно. Вязала я пряжей Yarn Art Begonia, у меня ушло около 75 грамм, и вязала я крючком номер 3. Вы можете воспользоваться абсолютно любой пряжей. Так как я вязала из тонкого хлопка, то мне пришлось перестраивать схемку, которую я нашла в интернете, под свой лад. То есть я связала, скажем, большее количество рядочков, большее количество рапортов, при этом рапорты я немножечко меняла по своей системе, для того, чтобы выйти на глубину шляпки, и точно так же, чтобы положить поля красиво, чтобы они не казались очень такими большими и волнообразными, слишком громоздкими. Вот. Точно так же в видео я хочу вам показать, как уменьшить размер данной шляпки, если вы вяжете для девочки, и точно так же увеличить, если вы вяжете для более большого размера женской головы. У меня обхват головы 54, плюс у меня пышные волосы, то есть достаточно большое количество, скажем, петелек пришлось добавлять для именно густоты волос, и чтобы оно выглядело, скажем, не приплюснуто. Вот. Вы, если хотите, можете вязать просто по видео, посмотреть, что получится, при этом потом просистематизировать и изменить что-то под свой размер. Вот. Всегда я также рекомендую брать пряжу с запасом, чтобы вам максимально было комфортно в использовании, то есть чтобы вы не переживали, а достаточно ли, либо мало это, либо много, чтобы не пришлось просто докупать, так как пряжа имеет, бывает одного цвета, но разные оттенки, разные партии, поэтому на это тоже следует учесть внимание, обратите внимание. И, конечно же, кому понравилась шляпка моя, обязательно лайкайте, мне будет приятно. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Не забывайте нажать на колокольчик под видео, для того, чтобы получать новые оповещения о видео новых выходящих на моем канале. А я вам сегодня предлагаю связать шляпку. И точно так же оставляйте в комментариях, кто что хочет связать из летних вещей. Я обязательно посмотрю и, возможно, свяжем предложенное вами изделие. Для начала закрепляем первую рабочую петельку и набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Далее в первую петельку делаем соединительный столбик и замыкаем цепочку в круг. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема и в образовавшееся колечко делаем 12 столбиков с накидом. То есть ныряем вот так вот, захватывая рабочую нить, петелечку образовавшуюся между вот этими тремя воздушными петлями, и набираем в это колечко 12 столбиков. Первый столбик с накидом, далее второй столбик с накидом, далее третий столбик, четвертый столбик, придерживаем хорошо колечко, пятый столбик, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Отсчитываем вот здесь вот третью петельку снизу и делаем соединительный столбик. Замкнули 12 наших столбиков в круг и, получается, связали первый ряд. Далее делаем 2 воздушные петли подъема, накид. И в петлю основания цепочки из 2 воздушных петель мы должны провязать 2 столбика с накидом. Первый столбик сюда же,
И второй столбик сюда же, к двум петелькам воздушным подъема. И у нас получается в первую петлю мы связали 2 воздушные петли подъема и 2 столбика с накидом. И далее в каждую последующую петельку мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом во вторую петлю и второй столбик с накидом сюда же. Снова в первый столбик 2 столбика и второй столбик сюда же. Первый столбик вот так вот и второй столбик в одну и ту же самую петлю. То есть получается у нас в первом ряду провязано 12 столбиков с накидом, не считая 2 воздушных петель подъема. В следующем ряду мы в каждую петельку предыдущего ряда столбика провязываем прибавление, галочку по 2 столбика. И получается удваиваем количество столбиков предыдущего ряда. То есть в конце этого ряда у нас должно получиться 24 провязанных столбика с накидом. Провязали все 12 прибавлений и в третью петлю подъема снизу 2 петельки пропускаем. И в третью делаем соединительный столбик. Замыкаем второй ряд в круг. Далее третий ряд. Поднимаемся на 2 воздушные петли подъема. Накид делаем и точно так же в первую петлю основания цепочки делаем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. То есть первый столбик ряда третьего мы сделали галочку 2 столбика с накидом, то есть прибавление. Каждую вторую петельку ряда, в каждую учетную петельку ряда мы будем провязывать только лишь 1 столбик с накидом. И так продолжаем чередовать 2 столбика, в следующую петельку 1 столбик. Снова 2 столбика с накидом в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. В следующую только лишь 1 столбик с накидом. То есть делаем прибавление через петлю. Галочка, палочка, галочка, палочка, галочка, палочка. И так до конца третьего ряда. Третий ряд заканчиваем следующим образом. Снова отсчитываем 2 петельки снизу, в третью делаем соединительный столбик. В этом ряду мы снова добавили 12 столбиков. И теперь в четвертом ряду мы также добавим 12 столбиков, но будем чередовать уже прибавление и 2 раза по столбику с накидом в разные петельки. То есть будем уже, получается, пропускать не один столбик галочка-палочка, а галочка-палочка-палочка. Для начала делаем 2 воздушные петли подъема, накид, в петлю основания цепочки делаем 2 столбика с накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Во вторую петлю ряда делаем только лишь 1 столбик с накидом. В третью петлю ряда также делаем только лишь 1 столбик с накидом. Итак, мы, получается, провязали 2 петли подъема. Они у нас в счет не идут, они просто нам, посмотрите, замыкают красивый круг и не делают дырочку. Далее идет у нас 2 столбика, палочка, палочка, столбик, столбик. Далее повторяем. Прибавление, то есть наша галочка из 2 столбиков с накидом в одну петлю. И далее столбик в следующую петлю 1, столбик в следующую петлю 2. Прибавление и 2 столбика с накидом в разные петельки. Вот так чередуем до конца этого ряда. Заканчиваем вязать четвертый ряд. Снова ряд у нас закончился 2 уже столбиками с накидом в разные петельки. И в третью петлю подъема начального, вот здесь вот столбика, пропускаем 2 петли подъема и над первым столбиком делаем соединительную петельку. Снова получается мы добавили 12 столбиков и в пятом ряду мы точно так же будем добавлять 12 столбиков. Делаем 2 воздушные петли подъема. Далее в первую же петлю основания, здесь вот воздушные цепочки, делаем прибавление 2 столбика с накидом в одну и ту же петельку, как мы делали, получается, прибавление над прибавлением. И далее в последующие уже 3 петельки нам нужно связать по одному столбику. Во вторую петельку первый столбик, в третью петельку второй столбик и в четвертую петельку третий столбик. Получается, что у нас чередование галочка, палочка, палочка, палочка. Теперь между прибавлениями у нас 3 столбика. Повторяем прибавление, 2 столбика с накидом в одну петлю, а затем 3 раза по столбику в разные петельки подряд. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третий столбик. Вот так продолжаем чередовать прибавления через каждые 3 столбика до конца пятого ряда. Пятый ряд у нас закончился 3 столбиками в разные петельки. И теперь делаем в третью петлю соединительный столбик. Далее мы начинаем шестой ряд. И точно так же поднимаемся на 2 воздушные петли подъема. В петлю основания делаем первую галочку, то есть ряд
прибавление начинаем точно так же в начале. Вот здесь вот, где у нас шли галочки над галочками. Далее мы будем чередовать уже 4 столбика. То есть в каждую последующую петельку 4 раза мы делаем по одному столбику с накидом. Первый, второй столбик и далее третий, четвертый. То есть между прибавлениями у нас уже не 3, как в пятом ряду, а 4. Вот так вот. Теперь снова повторяем прибавление 2 столбика. Затем 4 столбика подряд по одному столбику в каждую петлю последующую. Один столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую петлю, третий и четвертый. Все, сделали 2 раппорта прибавления и так до конца ряда. Галочка, 4 палочки, галочка, 4 палочки. То есть таких вот у нас получится 12 раппортов и прибавится 12 столбиков с накидом уже по окончанию 6 провязанного ряда. Шестой ряд заканчиваем точно так же, как и предыдущий, столбиками. Теперь их уже 4 столбика. И в третью петелечку делаем соединительный столбик. Пропускаем 2 воздушные петли подъема и над первым столбиком делаем соединительный столбик. Все, мы провязали 6 рядочков донышко. Далее в седьмом ряду мы сделаем с вами вот такую вот красивую полосочку непосредственно самого рисуночка. Сейчас мы делаем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, делаем 2 накида на крючок и снизу, пропустив 2 петельки предыдущего ряда, 2 столбика, и в третий столбик вяжем, получается, столбик с 2 накидами. Один, второй раз пропустили сквозь накиды и третий раз. Получилось у нас 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой. 3 воздушные петли заменили нам первый столбик. Теперь делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида и не пропускаем петельку, а в следующую, то есть где у нас сделан столбик, в следующую петельку вяжем неполный столбик с 2 накидами. То есть пропускаем сквозь первый накид рабочую нить, сквозь второй накид и не довязываем вот эти 2 петельки, делаем снова 2 накида, пропускаем снизу 2 петельки, в третью петлю делаем столбик с 2 накидами и уже завершаем 3 последние петельки, соединяем общей вершинкой. То есть у нас получается 2 столбика с общей вершиной раз, 5 воздушных петель и 2 столбика с общей вершиной второй раз. Теперь снова 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида и в следующий столбик делаем столбик неполный с 2 накидами. Сквозь первый накид пропускаем рабочую нить, сквозь второй накид пропускаем рабочую нить и не довязываем вот эти 2 петельки, оставшиеся на крючке, делаем 2 накида. Затем пропускаем снизу 2 петельки, в третью петлю провязываем столбик с 2 накидами. Первый накид провязали, второй накид провязали и 3 петельки соединяем общей вершинкой. Вот так вот рабочей нитью. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом мы с вами связали уже 3 полных раппорта узора. 2 столбика с общей вершиной с 2 накидами. Раз. 5 воздушных петель. 2 столбика с общей вершиной с 2 накидами. Второй раз. 5 воздушных петель. И 2 столбика с общей вершинкой с 2 накидами. И 5 воздушных петель. Вот таким вот образом мы будем повторять до конца этого ряда, провязывая то вот такую вот перевернутую галочку, вот, с 5 воздушными петельками. Раз, второй, третий и так далее, до самого конца этого ряда. Делаем 2 накида, следующую петельку делаем неполный столбик с 2 накидами, провязываем накиды, но не довязываем верхушку. Далее снова 2 воздушные петли, пропускаем 2 петельки снизу, и вяжем второй столбик с 2 накидами. И теперь уже соединяем их вершинку общей вот такой вот макушкой. Затем снова 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Теперь смотрите, когда делаем, скажем, неполный столбик с 2 накидами, мы пропускаем снизу для того, чтобы сделать второй столбик 2 петельки. Когда мы делаем, получается, первый столбик, мы не пропускаем здесь петельки снизу, а как бы получается пропускаем только лишь, когда делаем перевернутую галочку. Когда делаем 5 воздушных петель, следующий столбик мы начинаем в следующую петельку от провязанного последнего столбика. То есть сейчас мы сделали 5 воздушных петель, здесь столбик не пропускаем.
Для того, чтобы соединить этот ряд, мы берем перевернутую галочку первую и последнюю в ряду, и между ними делаем 2 воздушные петли. Далее накид и вяжем столбик с одним накидом в вершинку первой перевернутой галочки ряда. И таким образом, смотрите, мы оказались с вами на макушке, как бы визуально провязанных 5 воздушных петелек арочки вот между перевернутыми галочками. Для вязания следующего ряда нам как раз таки здесь и нужно было бы оказаться. Мы завершили вот таким вот образом этот ряд. Далее делаем одну воздушную петлю и ныряем под эту же вершинку, делая столбик без накида. Так мы связали первый столбик без накида следующего ряда. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это арочка для следующего ряда. И закрепляем ее под следующей вершинкой из 5 воздушных петелек, провязав 2 столбика без накида. Первый и сюда же второй столбик. Далее снова 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И под следующую вершинку 2 столбика без накида. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 столбика без накида под следующую арочку из воздушных петелек предыдущего ряда. То есть мы делаем как бы новые арочки, присоединяя, как бы закрепляясь 2 столбиками без накида в арочках предыдущего связанного ряда. Снова 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И 2 столбика без накида закрепляемся предыдущего ряда под арочкой. Вот так довязываем до конца этого ряда. Завершаем этот ряд 5 воздушными петлями и делаем второй столбик, присоединяем к первому провязанному столбику в начале ряда. То есть делаем столбик без накида под арочку и далее соединительный столбик под воздушную петлю, которую мы сделали в самом начале ряда. И вот смотрите, мы как бы замкнули этот круг вязания, то есть мы довязали к первому провязанному столбику без накида второй столбик и замкнули вязание. Что у нас получается? Смотрите, мы получается с вами провязывали раппорт узора, состоял из 5 воздушных петель и 2 столбика без накида, то есть в общей сумме 7 петелек. Мы в этом ряду должны провязать над каждой арочкой из 5 воздушных петелек по 7 столбиков с одним накидом. То есть 5 воздушных петель это 5 столбиков и 2 столбика без накида это 7 столбиков. Для того, чтобы начать вязать следующий ряд, нам нужно соединительным столбиком перейти под первую арочку. И теперь, смотрите, я как и прежде буду начинать с 2 воздушных петель, которые в счет у нас входить не будут. То есть это 2 воздушные петли для того, чтобы не было хорошего зазора. И начинаем вязать первый столбик с накидом. Сюда же под арочку второй столбик с накидом, сюда же под арочку третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее, без каких-либо соединений и переходов, мы делаем накид и под следующую арочку из 5 воздушных петелек продолжаем вязать, начиная с первого столбика, точно так же 7 столбиков. Первый столбик, второй. Далее третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Точно так же делаем накид и переходим под следующую арочку из 5 воздушных петелек. Вяжем первый столбик сюда же, второй столбик сюда же, третий, четвертый, пятый, шестой. И седьмой. Так мы связали с вами 3 раппорта узора, которые повторяются до самого конца этого ряда. Просто под арочки из 5 воздушных петелек вяжем веерочки, состоящие из 7 столбиков с накидом. Далее делаем соединительный столбик в конце ряда в третью петельку над первым столбиком. И делаем 2 воздушные петли подъема. Сейчас мы должны будем связать еще 2 ряда просто вот такими столбиками над каждой петелькой столбик. И точно так же, начиная с первой петли, вот здесь вот петли основания 2 воздушных петель цепочки, мы делаем первый столбик и начиная с этой первой петли, во вторую, в третью и так далее, вяжем в каждую петлю по одному столбику с накидом. Дойдя до конца ряда,
мы делаем соединительный столбик, вот эту вот, получается, вершинку первого столбика в третью петлю. Затем снова поднимемся на 2 петельки вверх, в петлю основания воздушной цепочки сделаем первый столбик и в каждую последующую петлю по одному столбику. То есть нам нужно, получается, после веерочка провязать еще 2 ряда просто столбиками с накидом. Затем мы перейдем снова на вот такой вот орнамент. Довязала 2 ровных ряда, и у меня сейчас получается диаметр донышка 15,5 сантиметров. Мы переходим на повторение 7 ряда, вот этого, где у нас получается 2 столбика с 2 накидами с общей вершиной и арочки из 5 воздушных петелек. Мы начинаем делать с 3 воздушных петель 2 накида. Далее мы, получается, пропускаем 2 петельки и в третью делаем столбик с 2 накидами. Вот так. У нас получается 3 воздушные петли заменили первый столбик с 2 накидами, здесь второй столбик и у нас связана первая перевернутая галочка. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Здесь мы ничего не пропускаем. После 5 воздушных петель мы сразу же спускаемся в следующую петельку. И вяжем столбик с 2 накидами незавершенный. То есть пропускаем рабочую нить сквозь первый накид, сквозь второй накид. И оставляем 2 петельки на крючке. Одна от цепочки, вторая от столбика. Далее снова делаем 2 накида. Затем пропускаем 2 петельки в третью петлю. Делаем столбик с 2 накидами. И уже завершаем общей макушкой. Вот эти вот соединяя 3 петельки на крючке. И снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Мы связали таким образом 2 раппорта узора. Нам нужно повторить. Запомните, что когда мы делаем 5 воздушных петель, вот эту верхнюю как бы дужку, мы петельки не пропускаем снизу. Сразу же делаем с 2 накидами незавершенный столбик. Пропуская рабочую нить сквозь первый накид, сквозь второй накид, все, остановились. Далее снова 2 накида. А теперь, когда между первым столбиком незавершенным и вторым, мы должны пропустить 2 петельки и в третью делаем второй столбик с накидом. И уже соединяем общей макушкой все 3 петли на крючке. И снова 5 воздушных петель. Вот такие вот получаются у нас перевернутые галочки. И арочки из 5 воздушных петель между ними. Мы сделали 3 раппорта узора. И вот так вам нужно повторить до самого конца, чтобы получились вот такие вот арочки и перевернутые галочки. Завершаем мы этот ряд точно так же, как завершали 7. Нам нужно оказаться по центру арочки из 5 воздушных петель, которые мы заменим 2 воздушными петлями. 1, 2. Делаем накид. И вершину вот этого орнамента перевернутой галочки мы делаем столбик с 1 накидом. Оказываемся по центру, как вы видите. И для вязания следующего ряда это отлично. Делаем 1 воздушную петлю подъема. Под эту арочку, под столбик с накидом, делаем столбик без накида. И теперь мы переходим на узор, который у нас по схеме предлагают. То есть мы здесь делали 5 воздушных петель, 2 столбика без накида, то мы возвращаемся 3 воздушным петлям и 2 столбикам без накида, так как написано. Так как здесь была у нас донышко и требовалось расширение, то сейчас нам ничего не нужно расширять, нам нужно переходить уже на ровное такое, скажем, вязание именно высоты. Поэтому сейчас мы, сделав первый столбик без накида в начале ряда, делаем 3 воздушные петли и присоединяемся столбиком без накида под ближайшую арочку первым столбиком и рядом второй делаем столбик без накида. Далее снова 3 воздушные петли, столбик первый под арочку и столбик второй под арочку. Снова 3 воздушные петли, столбик первый под арочку и второй столбик сюда же. Вот так чередуем до самого конца ряда. Завершаем этот ряд столбиком без накида к первому провязанному столбику в этом ряду. И в воздушную петлю делаем соединительный столбик. Замкнули вязание в круг и переходим на ряд там, где обвязывали веерочками вот эти арочки. Сейчас фактически мы должны обвязывать арочки количеством петелек, которые у нас имеются. То есть 3 петельки воздушные это арочка и плюс 2 столбика без накида. То есть сейчас мы под арочку должны вязать по рисунку 5 столбиков с накидом.
Но для того, чтобы перейти на более ровное вязание, то есть я достигла окружности головы, которая мне нужна, и я хочу, чтобы шапочка у меня шла как бы закругленная, но ровным вязанием, я буду сейчас вязать, именно не увеличивая раппорт. Каким образом? Смотрите, если мы спустимся на ряд ниже, мы получаем раппорт узора 4 петли, то есть перевернутая галочка у меня составляет вот здесь вот 4 петельки, раппорт, который постоянно повторялся. Вот для того, чтобы его не увеличить и количество раппортов оставить такое, как сейчас у меня, мне этого достаточно, то я буду, переходя вот эту арочку ближайшую, провязывать 4 столбика вместо 5. Если же вы провяжете по 4 столбика и вам окажется мало, лучше бы примерить, конечно, на голову, кому вы вяжете данную шапочку. Вот. И, допустим, можете увеличить по 5, провязывая, как и положено по рисунку. Если же вам окажется, что по 5 много, по 4 мало, можете чередовать. То есть можете через арочку, допустим, 5, 4, 5, 4, 5, 4, либо же 4, 4, а в каждую третью 5 вязать. 4, 4, в каждую третью 5. Тогда у вас увеличится на небольшое расстояние. И, соответственно, этого окажется достаточно. Здесь же мы, если посмотрим на предыдущий, скажем, рисуночек, полосочку, мы делали расширение донышка, поэтому мы здесь делали максимальное расширение. Если же наоборот, у вас окажется, что этого много, окружность головы у вас меньше, чем у вас получается в данный момент, то, конечно же, лучше бы не полениться и вернуться вот в этот момент. То есть вам здесь оказалось много 7 столбиков с накидом, можете провязать по 6. Соответственно, количество раппорта вот этого узора уменьшится у вас и, соответственно, будет меньше в диаметре. Сейчас же я перехожу на провязывание веерочков. Для этого я делаю соединительный столбик под арочку ближайшую. Две воздушные петли, которые в счет столбиком не входят, и провязываю под первую арочку 4 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Точно так же без всяких столбиков переходов я делаю накид и под следующую арочку продолжаю вязать еще 4 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Точно так же делаю накид и перехожу под следующую арочку. Вот так я буду обвязывать до конца этого ряда. Затем, что я сделаю? Я возьму, перейду на следующий ряд с помощью вот здесь вот завершения ряда в третью воздушную петлю над первым столбиком. Замкну ряд, затем поднимаюсь снова на 2 воздушные петли, как я сделала вот в этих рядочках, которые в счет не входят. И буду обвязывать еще 2 рядами просто над этими 4 столбиками по столбику. То есть как бы провяжу 2 ряда без изменения. С помощью 2 воздушных петель у меня как бы получится такой вот более или менее замкнутый красивый круг без дырочек. И плюс 3 петлю над первым столбиком я буду делать соединение. Провязав вот таких еще 2 ряда после ряда арочек, я повторю все то же самое. То есть я сделаю перевернутые вот такие вот галочки. Снова сделаю ряд с арочками, чередуя 3 воздушные петли, 2 столбика без накида, 3 воздушные петли, 2 столбика. А затем снова провяжу 4 столбика с накидом под каждую арочку, то есть сделаю вот такие веерочки. И точно так же 2 ряда вот таких. То есть я сейчас фактически повторю вот этот раппорт плюс 2 ряда 2 раза. Для этого у меня получится, скажем, готовая уже высота. И мы уже посмотрим там, какая же, скажем, высота нам еще понадобится для того, чтобы выйти на нужную нам глубину. А затем уже будем думать, как же мы продолжим вязать поля. Итак, вот я связала и остановилась. Сейчас скажу, на каком моменте. Мы с вами закончили вязать здесь, где я вязала 4 столбика с накидом под арочку. Я связала этот ряд, затем 2 ряда просто по столбику с накидом в каждую петельку предыдущего ряда столбиков. Затем я связала такое же количество перевернутых галочек в раппорт, вошла, скажем так, подобный этому ряду. Вот. И продолжила вязать точно так же по 4 столбика с накидом в одну арочку. То есть я повторила 2 раза вот этот момент, на котором мы остановились.
И закончила еще вязать один ряд перевернутых галочек и арочек из трех воздушных петель, чередуя с двумя столбиками без накида. То есть фактически мы с вами закончили на вот этом ряду. И я связала все, повторяя то же самое до вот этого момента. Если вы примеряете на голову и вяжете точно такой же размер, как у меня, то у меня как раз таки получается на этом моменте я должна делать уже, начинать вот это расширение. Так как расширение там идет сначала плавно, а потом глубокое, то в принципе вы можете определиться, вы можете сделать его постепенно, можете сделать шляпкой, то есть можете с этого момента продолжать провязывать только лишь столбики с накидом до определенной глубины, насколько вы хотите сделать широкие поля, либо же вариант, который предлагаю я. Сейчас я начинаю делать ряд там, где мы делали веерочки, то есть вот этот ряд, где столбики с накидом, вот они в донышке у нас по 7 столбиков, здесь 2 раза я сделала по 4 столбика, и вот как раз таки в начале этого ряда я сейчас и нахожусь. Для того, чтобы сделать расширение более плавное, то нам нужно будет под каждую арочку из 3 воздушных петелек провязывать по 5 столбиков с накидом. Для того, чтобы сделать более широкое расширение уже на этом этапе, можно чередовать. В одну арочку вязать 5 столбиков с накидом, во вторую 6, снова 5, 6, 5, 6. Можно чередовать через 2 арочки 5, 5, 6, 5, 5, 6, смотря насколько вы хотите сделать, ну, скажем, расширение именно с этого момента шляпки. Итак, мы переходим соединительным столбиком под первую арочку, делаем 2 воздушные петли, которые в счет не входят, и вяжем первую арочку 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Далее снова переходим на следующую арочку без каких-либо изменений, просто делаем накид и под следующую арочку вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Далее переходим на следующую арочку, и в каждую третью арочку я буду вязать по 6 столбиков с накидом, для того, чтобы сделать, скажем, среднее расширение, то есть не вот такое более плавное, как из 5 получится столбиков, а такое чуть-чуть больше, буквально более, скажем, более такое с запасом. Вот. Итак, третью арочку я вяжу 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Далее продолжаю 2 столбика делаю, 2 арочки делаю по 5. Третью арочку делаю 6. 2 по 5, 6. Неважно, сколько у вас здесь рапортов, просто, скажем, чередуйте, если даже здесь у вас в конце получится не вмещаться, скажем, полный вот этот раппорт из 3 арочек, ничего страшного абсолютно, сколько сделаете прибавлений, столько у вас и будет. Главное нам добиться результата расширения вот этого места, то есть там, где мы перейдем на столбики с накидом, нам нужно, чтобы получилось немножечко пышнее, чем получилось бы из 5 столбиков. Мне кажется, что так, ну, скажем, более или менее оптимальный вариант. Поэтому сейчас, провязав ряд с прибавлениями, чередуя арочки то 5 два раза, то 6 один раз, либо же просто можете по 5, если вам так больше понравится, то потом снова нам нужно провязать вот эти два ряда просто столбиками с накидом, как бы выравнивая арочки вот эти вот с веерочками. Там, где мы вязали вот в этом моменте, в этом. То есть мы всегда закрепляли арочки и веерочки двумя рядами столбиков с накидом. Вот точно так же я буду продолжать делать соединение в третью петлю над первым столбиком. Далее делать 2 воздушные петли, которые в счет не входят. То есть благодаря тому, что мы делали 2 воздушные петли, у нас не получилось дырочки. То есть у нас есть ряд со смещением на стыке, скажем, между рядами. Но он такой очень-очень, я бы сказала, лояльный по сравнению с тем, если мы просто бы делали 3 воздушные петли подъема, замещающие первый столбик, и затем делали присоединение в третью петлю. Мне кажется, что этот шов более такой аккуратный. Итак, продолжаем делать веерочки и 2 ряда столбиков с накидом.
Когда довяжете до конца веерочки и 2 ряда столбиков с накидом просто, точно так же повторите еще один раз. То есть точно так же перевернутые галочки, затем ряд арочек, веерочки чередуя 5-5 столбиков, 6-5-5-6. То есть точно так же, как мы только что с вами делали. Но еще в конце я провязала еще один лишний ряд столбиков с накидом. Мне показалось, что 2 ряда после веерочков маловато, как для окончания шляпки. Вот, все, теперь смотрите, у нас получается связано 5 рапортов в высоту, 1, 2, 3, 4, 5, плюс макушка, плюс один ряд еще по обвязочному краю лишний, связанный столбиками с накидом. И теперь, чтобы завершить полностью нашу шляпку, я предлагаю вам обвязать край. В принципе, есть множество способов, это как рачий шаг, так и рачий шаг через петлю с воздушной петлей чередуя. Вот. Также можно просто обвязать столбиками без накида. Здесь уже вы включаете фантазию и смотрите, насколько вы хотите, какой край. Например, я не очень любитель рачьего шага, мне как-то он какой-то, в общем, завернутый, мне он не очень, честно говоря, нравится. Я чаще всего использую на панамках это просто столбики без накида, для того, чтобы как бы сделать завершенный край, и плюс он такой становится более плотнее. Я сейчас вам покажу 2 способа, которые, в принципе, сюда отлично подойдут. Первое, это, конечно же, рачий шаг. Одна воздушная петля в конце ряда после петли соединения, и просто вяжем столбики без накида. Вот так вот, но получается как назад, то есть не вперед идем, а назад провязываем. Второй способ — это вот получается у вас вот такой вот рачий шаг, это как завернутые такие. Второй способ — это столбики без накида рачьим шагом назад, но чередуя с воздушной петлей, то есть сделали столбик без накида, воздушная петля, столбик снизу пропускаем и через столбик вяжем столбик без накида. Далее снова воздушная петля, снизу столбик пропускаем и через петлю делаем второй столбик. Далее воздушная петля, через петлю второй столбик. Это второй способ рачьего шага. Он получается более крупнее и более явный такой вот. Если вы сравните вот здесь, вот в меленький он получается, то здесь более крупнее, такие вот вертушечки, более, скажем так, получается насыщеннее. Вот. Я обвяжу самым простым способом, это столбики без накида. Начиная с воздушной петли и иду просто, начиная с первой петельки ближайшей, столбиками без накида. От начальных петелек, пока не дойду по всей окружности. Вот так. У меня будет такой самый-самый простой край, при этом он будет немножечко плотнее по плотности, чем столбики с накидом ряд. Вот, и при этом получится аккуратный у меня краешек полей. Дойдя столбиками без накида до конца ряда, в воздушную петлю подъема первого столбика делаем соединительную петлю и вытаскиваем ниточку. Вот этот хвостик нам нужно оставить таким не очень коротким, для того, чтобы потом было удобно его спрятать иголочкой. Ниточку лишнюю мы вытаскиваем, и сейчас нам нужно вот эту ниточку аккуратненько продеть, как бы сделать непрерывным наше вязание. То есть берем петлю подъема, поддеваем рабочую вот эту ниточку хвостик, которая осталась, продеваем, а затем нам нужно вернуть, откуда мы ее взяли. То есть вот сюда же снизу поддеть и вернуть косичку. Вот так. Далее хвостик закрепляем с изнаночной стороны и прячем. У нас краешек вот соединен. В принципе, это достаточно аккуратный край. Здесь у нас достаточно аккуратный шовчик шел на протяжении всего вязания. И нам остается лишь только спрятать вот этот хвостик и при соединении ниточки, которая у нас была уже, как вы видите, на линии поля. То есть буквально вот это 3-4 ряда у меня связаны уже с другого моточка. Все остальное длился один моток. Все, в принципе, наша шляпка готова. Прячем хвостики и, конечно же, делаем вторичную тепловую обработку. Первый вариант — это просто постирать, аккуратненько выложить, скажем, либо на горизонтальную поверхность, но лучше всего я всегда рекомендую одеть на что-то круглое, то есть чтобы уже непосредственно шляпка приобретала красивый вид.
Конечно же, лучше бы прогладить вот эти поля. Это вариант номер один. Второй вариант — это когда постираете, немножечко можно ее подкрахмалить. То есть где-то на 1,5-2 литра воды, 1 столовая ложка. Это лишь для того, чтобы придать ей такой вот более, скажем так, плотности. Она будет при этом такая же, скажем, эластичная, но будет красиво держать и поля свою форму, и на голове она будет смотреться более красивее и более ровнее, чем есть сейчас после, скажем, после вязания, и как будет выглядеть просто после стирки. Вот, в принципе, шляпочка готова. Все у нас, я надеюсь, что все у вас получилось. Кому что непонятно, обязательно задавайте в комментариях вопросы, я помогу вам рассчитать, либо же, скажем, подстроить ваше вязание под свое, если какие-то возникли нюансы. Вот, конечно же, учитывайте то, что лучше всего делать сначала же вот эту, скажем, донышко шляпки. Вот, поэтому здесь подгоняем рисуночек под донышко расширения. Можно бы было 3 ряда делать, допустим, столбиков, но тогда шляпка получилась бы более плотнее и утяжеляла бы это ее. Я захотела вот такую более, скажем, рыхлую сделать. Вот, поэтому здесь точно так же можно поля сделать более шире для тех, кто любит пониже. Я, например, не очень люблю, чтобы, ну, скажем, на глаза она приседала, поэтому я ее сделала более такую вот полупанамку, полушляпку. Конечно же, кому понравилось, не забудьте лайкнуть, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новых видео, вышедших на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!